Командир, артефакт пришельцев помещен в лабораторию и экранирован. Знаете, я вот на него смотрю и думаю о своих проектах. Помедленнее, Стэтман. Что значит проектах? Ты что, занимаешься какими-то исследованиями? Пока нет, сэр. Мне нужны образцы для изучения. Если вам удастся их достать, мы сможем значительно улучшить наше вооружение и тактику. Я обеими руками за. Что тебе для этого нужно? Да, всего понемногу. Все данные хранятся в нашей базе. Если вы во время выполнения задания найдете что-нибудь полезное для исследований, вы об этом сразу узнаете. Ты только корабль не взорви, ладно? Сэр, почитайте отчеты на консоли исследований. Вас наверняка заинтересуют некоторые разработки. Командир, я тут размышлял по поводу этих артефактов. Вы не волнуйтесь, я не проводил диагностику и не трогал их. Ну, по крайней мере, не напрямую. Короче, сынок. Хорошо, сэр, если угодно. Когда у нас появился второй фрагмент, интенсивность экранирующего поля пришлось значительно увеличить. Если у нас появятся новые фрагменты, придется потратить еще больше энергии бортового центра синтеза на поддержание поля. Значит, хранить эти штуки не только опасно, но еще и дорого. Что ж, чем скорее мы избавимся от них, тем лучше. Ты, главное, этих колонистов в арсенал не пускай. А то кто их знает? Колонистам, можно сказать, повезло. Но скольким миллионам до сих пор нужна помощь? Мы не можем разорваться, сэр. Важно то, что мы подали пример и дали надежду тем, кто в беде. Каждый раз, когда мы помогаем людям, мы делаем еще один шаг к новому, светлому будущему. Знаю, Мэтт. Но прошло уже 4 года, мы ни на шаг не приблизились к цели. Теперь еще и зерги вернулись. Скорее бы наступило твое светлое будущее, а то человечество может его и не дождаться. Я наслышана о вас, командир. Доминион выставляет вас преступником и террористом, но вы производите другое впечатление. Вы ведь знаете, во что превратился Доминион в последнее время. Кто-то должен вступиться за простых людей. Я не думаю, что это будет Менгск. Императору нет дела до нас. Мои люди с Агрией вместе с беженцами из других покинутых колоний сектора отправились искать пристанище на Майнхофе. Из лагерей беженцев постоянно поступают сообщения о конфликтах и эпидемиях. Но император до сих пор ничего не сделал. Я займусь этим, док. Джим, Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей, и на планете вспыхнула неизвестная эпидемия. Прошу вас, помогите моим людям. Нужно сделать что-нибудь, пока не поздно. Что тут у вас, док? Согласно нашим данным, лагеря беженцев охватила некая форма эпидемии. Даже здание подвержено заражению. Знакомая история. Это вирус зергов. Вылечить его нельзя. Можно только выжечь. Все зараженные здания придется уничтожить. Но куда же делись все люди? О, нет. Эти... существа, зараженные беженцы?
Это хуже любого кошмара. Да, совсем нехорошо. Похоже, днем они зарываются в землю, а ночью выходят на поверхность. Должно быть, вирус сделал их уязвимыми к ультрафиолетовому излучению звезды Майнхофа. Значит, днем мы будем уничтожать зараженные здания, а ночью оборонять базу. Не волнуйтесь, док. Мы остановим эпидемию. Я уже заждался. Задавим их интеллектом. СМ готов. Нужно любой ценой защитить лагерь от заразы. Выставьте охрану и принимайтесь за постройку бункеров. Смотрю, ты запал на эту докторшу, Джимми. Иначе на кой нам сдались эти чертовы фермеры? Чего пугаешь? Подишь ты. СМ готов. Пристав, недостаточно минералов. Закат через 30 секунд. Не опасен. Есть работенка. Приказы будут? СМ готов. СМ готов. Теперь надо продержаться до рассвета. Готовьтесь, будет жарко. Подлатать. СМ готов. А? Есть работенка. Недостаточно минералов. Буди. Недостаточно. СМ готов. Выкладывай. Эй. Задавим их. Приказы будут? Есть. Вооружен. Как самочувствие? Давай, удиви меня. Недостаточно минералов. Убейте меня, умоляю. Кому навешать? Есть работенка. Опиши. Что происходит? Недостаточно минералов. Брось с дороги! СМ готов. Ура! Сверхурочные! Огоньку. Опишите характер недомогания. Я обо всем позабочусь. Что стряслось? За твой счет. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Есть. Недостаточно минералов. Что происходит? Кого подлатать? Есть. Что СМ готов. База атакована. Есть работа. Приказы будут.
Недостаточно Виспена. КСМ готов. Выкладывай. Что скажешь, босс? КСМ готов. Эй, вояка. Я наладил производство гелионов, которых ты видел на Марсаре. Начинай строить, они тебе пригодятся. Конечно. О, да! КСМ готов. Как скажешь. Кого подлатать? Требуются дополнительные хранилища. Вас понял. Огоньку. Светает. Держитесь, осталось недолго. Атаковано. Дави на газ. Брось с дороги! Требуются дополнительные хранилища. Что происходит? Проснитесь и пойте. Теперь наша очередь задать им жару. Что стряслось? Выкладывай. Кто на новенького? Зададим им жару. Вас понял. Как скажешь. Что за спешка? Так точно. Давай, удиви меня. Прочь с дороги. Вот я уже заждался. Все понятно. Это что-то вроде гнезда? Нужно уничтожить его. Бегом, марш! Недостаточно Виспена. Получай! А, высылайте подмогу! Заставим их интеллектом! Окей! Еще бы! Прочь с дороги! Требуются дополнительные хранилища. Есть! А! Чего пугай? Я вляпался! Недостаточно минералов. Понял. Вооружен и опасен. Я уже заждался. Требуются дополнительные хранилища. СМ готов. Требуются дополнительные хранилища. Я вляпался! Недостаточно. Круто! Вооружен и опасен! Что происходит? Еду! Доктора вызывали? Бегом! Огоньку! Кажется, здесь чисто. Так держать! Мы можем остановить эпидемию! Давай, удиви меня! Точняк! Конечно! Понятно! Будет сделано! Есть, сэр! Огоньку! Прочь с дороги! Я вляпался! Закат через 30 секунд. Превосходно! Выноси! Кажется, здесь чисто. Так держать! Мы можем остановить эпидемию. Пошло-поехало. Кого спалить? Я уже заждался. Кого поджарить? Вооружен и опасен. Выставьте охрану. Скоро они опять нападут. Из огня да в полы командуй. Залит под заряд. Сканеры обнаружили необычный вид зерга. Похоже, днем это существо прячется под землей, а ночью выходит на поверхность. Сэр,
Если вы убьете одно из этих существ, Стэтман сможет изучить его и узнать что-нибудь новое. База атакована. Огоньку? Кого поджарить? Зараженные морпехи? Нет, что ты, Джимми. Я совершенно спокоен. Доктора вызывали? Бегом, марш! База атакована. Требуется дополнительная перестройка. Завершена. Что скажешь? Я уже за... Где болит? Ты готов? Давай, удиви меня! Точняк! Требуется дополнительное хранилище. Что происходит? Ага. База требуется атакована. Дополнительное хранилище. База атакована. Оставим их ведь кому навешать? Что за спешка? Окей. Бегом, марш! База атакована. Утка подгорает! Кого? Давай, удиви меня! Кому навешать? Еще! База атакована. Окей, вооружен и опасен! Приказ получен! Давай, удиви меня! Почему бы... Пошло-поехало. Улучшение завершено. Дави на газ! Кто на новенького? Вооружен и опасен. Пристройка завершена. Я уже заждался. Вижу все по-взрослому. Это запах победы. Прочь с дороги! Есть работенка. Вооружен и... Рассвет через 30 секунд. Здесь нельзя... База атакована. Высылайте подмогу! Бегом, марш! Прочь с дороги! Недостаточно? Вооружен и опасен! Старайтесь вернуться на базу до наступления темноты. Приказы будут? Так точно! Дави на газ! Бегом, марш! Вооружен! Недостаточно минералов. Наши КСМ атакованы. Задавим их интеллектом! Наши КСМ давай, атакованы. Давай, удиви меня! Вас понял! Надерем им задницы! Ну. Вооружен и опасен! Высылайте подмогу! Прочь с дороги! Наши КСМ атакованы. Улучшение завершено. Окей! Залит подмогу! Недостаточно минералов. Утка подгорает! Все понятно. Почему бы и нет? Это поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. Что за спешка? Наша КСМ... Кажется, здесь чисто. Так держать.
Мы можем остановить эпидемию. Выполняю. Превосходно. Все понятно. Я уже зажжал. Наши КСМ атакованы. Красно. Это поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. Кому навешать? Приказ получен. Бегом, Марк! Выкладывай. Задавим их интеллектом. Приказы будут? Так точно, сэр. Почему утка не... подгорает. Выполняю. Понятно. Давай, удиви меня. Недостаточно минералов. Бегом, Марк! Наши КСМ атакованы. Надерем им задницы. Понятно! Прочь с дороги! Утка подгорает! Кому навешать? Так точно, сэр! Слушай! Выкладывай! Закат через 30 секунд. Газы будут? Круто! Давай, удиви меня! Окей. Недостаточно минералов. Чего? Недостаточно минералов. Кого поджарить? Вооружен и опасен. Бегом! Смотрите в оба. Скоро они полезут со всех сторон. Вооружен и опасен. Кому наверх? Давай, удиви меня. Приказы будут? Я уже заждался. Вооружен и опасен. Задавим их интеллектом. Давай, удиви меня. Доктора вызывали? Кому навешать? Приказы будут? Я уже вооружен. Задавим их интеллектом. Где болит? Давай, удиви меня. Приказы будут? Ева, давай, кому? Задавим их интеллектом. Доктора вызывали? Кому навешать? Жду не дождусь. Приказ получен. Приказы будут? Вооружен и опасен. Требуется дополнительно недостаточно минералов. Требуются дополнительные хранилища. База атакована. Требуются дополнительные хранилища. Давай, удиви меня! Вооружен! Опишите характер недомогания. База атакована. А! Чего пугаешь? Давай, удиви меня! Бегом, марш! Недостаточно минералов. Что это за существо? Оно раньше было человеком? Приказы будут? Они прорвались через южные баррикады. Выслать туда отряд, быстро! Кажется, я все это уже видел в каком-то фильме.
Рассвет через 30 секунд. Войска союзников атакованы. Вас понял. Превосходно. Что стряслось? Еду. Кому навешать? О, да, черт бы меня побрал. Теперь наша очередь убивать. Убей меня. Задавим их интеллектом. Почему бы и не? Кому навешать? Бегом, Ор! Еще бы. Приказ получен. Задавим их интеллектом. Выкладывай. Что стряслось? Как скажешь. Вооружен и опасен. Наши КСМ атакованы. Наши КСМ атакованы. Наши КСМ атакованы. Я уже заждал. Наши КСМ атакованы. Кому наверх? Джим, этих монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Давно бы так. Наши КСМ атакованы. Высылайте подмогу. Жду не дождусь. Вооруж... А? Конечно! Будет сделано! Приказы будут? Утка подгорает! Наши КСМ атакованы. Поселение зачищено. Кому задавим их интеллекта? Вооружу! Давай, высылайте подмогу! Наши КСМ атакованы. Кто на новенького? Задавим их интеллектом. Давай, удиви меня. Черт. Наши КСМ атакованы. Я уже заждался. Точняк! Это поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. Кому вооружу? Приказы будут? Выполняю. Прочь с дороги! Закат через 30 секунд. Давай, удиви меня! Вооружен и опасен! А! Чего пугаешь? Есть работенка. Я уже заждался. Давно бы так. Наши КСМ атакованы. Выставьте охрану. Скоро они опять нападут. Выкладывай. Так скажешь. Задавим их интеллектом. Кому навешать? Наши КСМ атакованы. Приказы будут. Кому навешать? Я уже заждался. Почти все. Сканеры показывают незначительное количество биосигналов зергов. Я отмечу их расположение на карте. Задавим их интеллектом. Жду не дождусь. Кому навешать? Я уже заждался. Приказы будут? Задавим их интеллектом. Давай, удиви меня! Точняк! Я уже заждался! Бегу, Морс! КСМ готов! Почему бы и не? А,
Чего пугаешь? Кому навешать? А? Вооружен и опасен. А? Чего пугаешь? Выкладывай. База атакована. Приказы, бегу, марш! Давай, удиви меня! Я уже заждался! Вооружен и опасен! Задавим их интеллектом! Давай, удиви меня! База атакована. Высылайте подмогу! Я уже заждался. Как самочувствие? О, случай запущенный. База атакована. Полагаю, где... Вооружен и опасен. Где болит? Высылайте подмогу! Есть работенка. Кого подлатать? Есть работенка. Так скажем. Приказы. База атакована. Есть. Вооружен. Рассвет через 30 секунд. База атакована. Ищите зараженные участки и зачищайте их. Превосходно! Выполняю! Еще бы! Бегу, марш! Точняк! Все понятно! Жду не дождусь! Что за спешка? Окей. Кому навешать? Вооружен и опасен. Почему бы и нет? Высылайте подмогу. В бой. Приказы будут? Я уже... Давай, удиви меня! Будет сделано! Джим, вы справились. Я знала, что вы нас не подведете. Теперь нужно найти убежище для моих людей. Это будет непросто, дорогая. Весь сектор кишит зергами. Должно же где-то быть место, не тронутое пришельцами. Райский уголок, готовый приютить нас. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Кейт Локвилл находится на корабле беженцев «Скиннер-2» на орбите Майнхофа. Донни, беженцы понесли неисчислимые потери. Они грузятся на корабли и отправляются к центральным мирам, ища спасения. Многие из них не долетят. Людям отчаянно не хватает пищи, воды и надежды. Кейт, мы обсудим спасательную операцию «Доминиона» в отдельном выпуске. С
Среди беженцев ходят разговоры о спасении, но в основном они возлагают надежды на полувоенные группировки и отряды повстанцев, такие как рейдеры Рейна. Отличный репортаж, Кейт. Это был прямой эфир с корабля беженцев на орбите Майнхофа, планеты с нетерпением ждущей возвращения Доминиона. Далее в программе «Вермиллион комментариев». Обсуждение темы «Беженцы. Наша ли это проблема?» Само милосердие, Донни. Зерги здорово запарили этих поселенцев. У меня появились новые знакомые. Ты знаешь, к кому обратиться. Да, у вас есть вопросы, сэр? Ну что, Ариэль, вы уже нашли подходящую планету для своих людей? Да, она называется Гавань и пока никем не занята. Правда, она находится на границе протосского сектора, но кажется вполне безопасной. То, что нужно. Вашим людям не помешает на некоторое время залечь на дно. А вам не приходило в голову, что колонисты могут быть заражены? Как вы можете даже предполагать такое? Все абсолютно здоровы. Очень надеюсь на это, Ариэль. Если возникнет угроза эпидемии, протосы не станут церемониться. На всякий случай подумайте о разработке вакцины против вируса зергов. Традиционная медицина здесь бессильна. Вирус слишком быстро мутирует. Но я посмотрю, что можно сделать. Сделайте то, что вам под силу. Это все, о чем я вас прошу. Керриган научилась новым фокусам. Эта эпидемия на Майнхофе оказалась очень заразной. Это самое страшное, что может случиться. Личность гибнет, и человек превращается в безмозглую тварь. Если хоть один из колонистов, переселившихся на гавань, заражен... Знаю. Протосы не заставят себя долго ждать. И все же я надеюсь на нашу давнюю дружбу. Если протосы прилетят на гавань, я попробую поговорить с ними. Я работаю над вакциной от вируса зергов, и все-таки надеюсь, что моим людям она не понадобится.